Так, итак, итак, так, так. Всем, всем доброго времени суток, друзья. Еще раз. Сегодня у нас 28 марта 2024 года. Время московское 18:43 уже, да? Сегодня произвольный вебинар, но начну я с важной информации. Да? Недаром я сегодня запустил новый пост, да, такой «Эволюция матричной системы, стратегия номер 5. Ну, на самом деле, сегодняшний день уже начинает показывать, даже не то, что сегодняшний, да, но сегодня так получается, складывается ситуация в том плане, что сегодня идет прям хороший наплыв у нас регистраций. Вот. И, соответственно, сегодня можно говорить о том, что народ интересуется, что же это у нас за такая стратегия. Вот. И, соответственно, я прямо говорю, что те, кто у нас с нами сейчас в проекте, да, есть, те, кто сначала пошел с нами, да, но кого еще нет в пятой стратегии, задумайтесь над тем, что нужно действовать. То есть, ну, у нас было много времени, да, для тех, кто присоединился, да, с нами и все это время наблюдал за нашей работой. Почему? Потому что вот как раз сегодня я хочу сказать о том, что если хотите с нами оказаться в первом вагоне, да, занять вакантные места, то пора действовать, пора делать, потому что на самом деле, да, первая причина сейчас повальный скам проектов. Скамятся проекты, ну, потому что они свое отработали. Народ высвобождается. Сегодня не только у меня, у наших партнеров, у многих начали задавать вопросы про наш проект. Да. Ну, нам скамиться нечему, да, то есть у нас нету никакой, ни одной веской причины для того, чтобы это делать. Поэтому мы работаем, мы, как я и говорил, мы вообще только в начале. Мы только начинаем развиваться, мы только начинаем раскручиваться. Да? И на сегодняшний день у нас пока есть вот эти вот вакантные места. Да? Я имею в виду вакантные, ну, они, в принципе, всегда есть эти места. Да? Но я говорю о том, что сегодня именно тот момент, когда можно попасть в поток. В хороший, классный поток переливов, да. Как я уже говорил, наша стратегия, наша система, да, она подразумевает это и переливы от вновь пришедших партнеров, да, от партнеров, которые находятся на предыдущих стратегиях, да, это переливы с других стратегий, это... Естественно, да, подтверждение активности, о которой я сегодня еще раз напомню, что она у нас уже через 2 дня, да, 30 числа, через 2 дня начинается, да, тот же самый поток активности, подтверждение активности и, соответственно, поток движения, да, в нашей системе. Но самая ключевая вещь, что эту систему, настроив один раз, запустив ее в полноценном виде, да, больше ничего вносить в проект не нужно будет. Да. Дальше только, то есть, уже по желанию. То есть, не будет никакой обязаловки. Вот это самая главная, самая ключевая часть нашей системы заключается в том, что если ты ее настроишь один раз, то дальше просто можешь занимать положение в ожидании, да. Но я неоднократно говорил, что данная система, да, ну, помимо того, что позволяет находиться в пассивной, да, в пассивном состоянии, так скажем, но если принимать неактивное участие, то в ней можно не только ускорять, усовершенствовать свои доходы, да, но и увеличивать не только за счет своего, да, прохождения по этой системе, по этапу системы, да, а еще и зарабатывать колоссальные возможности, даже, я бы сказал, больше зарабатывать именно на привлечении новых партнеров.
И как раз вот неоднократно я говорил, что именно в этой системе, да, привлечение партнеров позволяет, ну, в большей степени многократно зарабатывать. Плюс она сама, конечно же, система, это, как мы говорим, она бесконечна. Да, то есть все, кто знает маркетинг, кто присутствовал на предыдущих вебинарах, все прекрасно видели, я неоднократно рассказывал, как она работает. Вот. Но сегодняшний именно посыл мой именно заключается в том, что сегодня начинается колоссальное количество регистраций и начинается вот построение, да, командами вот этого потока движения, да, движения в эту систему. Уникальная система тем, что каждый сейчас из тех новичков, которые начнут в ней разбираться, в нее прям вот как бы углубляться в понимании, да, почему? Потому что вот сегодняшние даже переговоры, разговоры привели к тому, что мы сидим, разговариваем, да, человек видел со стороны, да, видел, да, в курсе, но а как она работает, в ней не разбирался даже. Вот даже не захотел, ну, там свои причины, у каждого свои причины. Где-то кто-то находился, где-то работал, да, и, ну, то есть он пока не посчитал нужным в свое время в ней разобраться. Но когда сейчас начинают люди разбираться, с каждым разом ты слышишь одно. Я в теме, я захожу, сейчас иду решать вопрос, да, как я зайду. И поэтому вот особенно надеюсь, да, люди прислушаются к моему желанию, да, то есть это не то, что там навязывание или еще что-то. Хотите попасть в этот поток движения, начинайте действовать, да, потому что все, скоро здесь будут десятки, сотни, тысячи людей, которые будут активно участвовать в ежедесятидневном движении, да, вот этого потока подтверждения активности, ну и, соответственно, активации. Да. Сейчас пойдут активации, начнут устраиваться команды, начнутся подтверждения активности. И вот эта вот стабильность движения сейчас будет возрастать изо дня в день. И поэтому доносите своим партнерам, да, доносите своим тем людям, которые за вами пошли, да, ну, буквально там недавно или там месяц назад или 2 месяца назад, да, но пока еще активного участия не приняли здесь. Донесите до них эту информацию, что у нас начинается активное движение, потому что те люди, которые раньше не захотели разбираться в маркетинге, сейчас они его начинают изучать. Когда они увидят вот этот громаднейший, жирный, жирнейший плюс, а плюс он один, да, самый жирный, это то, что здесь один раз ее активируют, эту систему, и все, и потом дополнительных вложений она не требует. Дальше только получай прибыль. Это кардинально отличается от тех по маркетингу, где нужно каждые там 3 дня, 5 дней, 10 дней, 15 дней вкладывать, 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 вкладывать. Да, вот как мы говорим о том, что есть маркетинги, где там активировался, занял место и потом начинаешь вкладывать. У нас это тоже предусмотрено, я не спорю. Но наша уникальная система позволяет это сделать так, чтобы вы больше ничего не вкладывали. Сделали это один раз. И все, и погнали. Очень много денег здесь. Еще раз повторюсь, за закрытие одного цикла вы получаете 322 500 рублей, если быть точным. Если вы хоть одного партнера в эту систему пригласили, вы уже гарантированно от него получите 54 тысячи за каждого и за каждый его пройденный круг. По сути, неважно, когда это произойдет. Но если вы выстроите цепочку первой линии у себя в несколько человек, то это будет на постоянной основе. По циклу. Один закрылся, получили, второй закрылся, получили, третий закрылся, получили. И помимо всего, в этой всей цепочке вы еще как главный лидер, который закрывается в первую очередь. Закроились вы, получили, потом закрылся ваш первый партнер, вы получили, второй партнер получили, третий партнер получили, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И все по циклу.
и все по кругу. То есть это ваша задача — это активировать бесконечную систему движения в этой цепочке, в этой системе матричной, да, то есть это реально, то есть это вот прям надо, вот я вот вчера слушал вебинар, да, одной, ну, не буду говорить кого, она вот рассказывала про свое предложение, да, вот именно в таком духе, что как она как будто живет вот в этом. Вот и вот здесь надо, да, вот прям углубиться в эту систему и прям как жить в ней. Каждый сетевик, я неоднократно рассказывал, первые полгода трудится. Первый месяц вообще упирается, не спит. Второй месяц там с периодичностью спит. Но люди, да, первые месяцы прям начинают пахать. Когда вот углубятся в это, вот, они понимают, что это классная рабочая система. Это понимаешь, что классный доход. Да, вы можете сначала сказать себе, что вот я когда получу, да, тогда я углублюсь в эту систему. Это вообще неправильное размышление сетевиков. Вот тысячу раз, да, слышали вот это вот утверждение, да, когда человек начинает, ну я вот подожду, когда ты пойдут у тебя выплаты, тогда я начну рассматривать. Дружище, когда я начну получать выплаты, ты будешь уже в самом конце. И по большому счету, чтобы тебе присоединиться и начать работать, то тебе нужно будет попахать так же, как и я. Но войдя сегодня уже со мной на начальном этапе, тебе, возможно, уже не придется так пахать, потому что ты попадешь в поток вот этого движения, ты будешь в самом начале, ты будешь у самых истоков этого движения. Поэтому пока ты будешь думать, другие будут занимать твои места. Места, где будут капать деньги людям. И ты будешь потом сидеть и просто им завидовать. А тихо, молча сидеть у себя дома и кричать. Блин, да чего же я тогда затормозил и не зашел? Что меня остановило? Хрен его знает. Надо было заходить. Не поверил. Не поверил? Вот все. Я неоднократно у себя, да, выкладывал в сторисах, да, одного там бизнесмена, который постоянно говорил, да, риск – это удел богатых. Риск – это удел богатых. Кто не рискует, тот не выходит на большие доходы. И риски бывают разными, конечно. И причем, когда мы говорим о том, что 350 рублей, 100 рублей или там 700 рублей, да, как у нас, это, ребят, это не риски. Это так, это просто вот от безделья называется, да, зайти и попробовать. А вот 37 тысяч, да, активировать самую жирную, да, в нашей системе систему, да, зайти сразу в первые ряды, вот это, да, риск, который в свою очередь дальше может просто оправдать вот эти все ваши там переживания, боязни, страхи, потому что это реально будет. Вы смотрите, как у нас сейчас загораются первые партнеры, которые активировали эту систему. Они чуть ли уже не вторыми, третьими аккаунтами собираются заходить. Они уже начинают понимать. Кто вчера смотрел мой ролик, когда я показал по поводу выплаты? Да, когда у Кати первый стол закрылся, у меня по цепочке закрылся второй стол, и клон перелетел в третий стол. 11 выплат произошло, 11 выплат, потому что там сработали 2 клона в первую стратегию, 2 клона во вторую стратегию, клон в третью стратегию, клон в четвертую. Какой-то у меня попал, один партнер попал, да, под этот поток, он закрылся, какую-то там выплату получил. Движение произошло настолько шикарно. А что сделала? Катя активировала одного партнера. Одно было всего лишь действие. Одно действие всего было. Активация нового партнера.
А цепочка прогремела по второму столу, по третьему столу, по первой стратегии, по второй стратегии, по третьей стратегии, по четвертой стратегии. Выплат на 95 тысяч рублей только у меня. А теперь представьте, если это будет, ну, не один партнер, а 5, 10, 20 партнеров активации. Это какая будет каша мала, я бы так сказал, вот прям вот по-другому никак не назовешь. В этом движении, в этом потоке. Это же бешеное движение. Если люди начнут прям активировать, вот прям друг за дружкой, один за другим, один за другим. И когда я рассказывал, я говорю, ребят, да это реально, если нас сейчас станет здесь 1000 активных партнеров в этой системе, вы представьте, каждые 10 дней 3000, ой, это получается 1000 клонов, да, в первую стратегию, это какое движение будет создаваться? А в месяц это 3000 клонов. Это будут полеты просто в космос. И причем вот это движение за счет чего? За счет системы. Не за счет того, что эти 1000 партнеров принесут по 350 рублей каждые 10 дней. А за счет системы. Система это двигает. Самый больной вопрос всегда был в матричной системе. А как это двигать? Кто будет это двигать? За счет чего оно будет двигаться? И я говорю, вот оно. Вы показываете это движение. К вам люди сами начинают тянуться. Автоклоны, которые умные клоны, срабатывают. Они начинают всех новичков двигать. Подтверждение активности начинает просто всех выталкивать. Все. Поэтому вот сейчас время настало, когда нужно прям... Те, кто с нами вот с первого дня, но еще нет в пятой стратегии, подключиться срочно. Потому что, я говорю, сегодня, вчера, сегодня пошли регистрации. Я вижу, каких команд, которые еще не втянулись в активацию. То есть они сейчас подготавливают себе вот этот вот плацдарм. И это не одна команда, а несколько команд. Сейчас они подбивают, выстраивают стратегию, они рассуждают между собой, как они будут активироваться и как это у них пойдет. Поэтому для тех, кто с нами с самого начала, кто здесь есть, кто меня сейчас услышит, у вас есть еще буквально немножко времени, сложно сказать. Может быть, и сегодня уже вечером пойдут активации, может, только завтра. Да, но я бы уже не тормозил бы, не задумывался бы, а уже начинал бы действовать и начинал бы занимать вот эти вакантные первые места. У нас получается как? Позавчера была активация, вчера была активация. Сегодня вот там тоже есть человек, который планирует активироваться. Поэтому начинается. Потихоньку уже все, прям заводится эта система. И эта система скоро прям заработает на полную катушку. Потому что люди уже видят тенденцию движения и понимают, что пора занимать места. Каждый, кто вот сейчас есть здесь из лидеров, у кого еще личники не активировались, дайте эту им запись, донесите до них эту информацию. Потому что дальше потом они уже будут попадать, как говорится, под кого-то, а не под вас. Потому что сейчас начнет система работать на переливы. Потому что сейчас очень мало тех, кто еще активировался в пятой стратегии. И движение переливов начнет действовать уже по максимуму. Потому что вы увидели, кто посмотрел вчерашний видеоролик, как система просто отработала от одной активации. Одна активация и 11 выплат. Вот это круть. Ни одна выплата, ни две, а 11. Я надеюсь, здесь каждый услышал это.
Дальше мы идем по нашим намеченным, как всегда, планам. Да? Напомню, что у нас 1 апреля, а давайте с последних все-таки, с ближайших. Еще раз напомню, что 30 марта подтверждение активности. Подтверждение активности у нас на площадке стратегии. Дальше у нас по планам. 1 апреля запуск площадки. Все просто. Уже на данный момент 173 брони. Хороший рост, хорошее движение. Надеюсь, что именно к 1 апреля будет еще больше. Еще больше желающих просто поучаствовать в нашем праздничном эфире, поучаствовать в розыгрыше. Будем верить, что это будет и 200 с лишним, и, может быть, и 300 с лишним желающих. Вот. Далее, в этот же день, напомню, праздничный наш бонус. Тоже желающих растет уже прям не по дням, а по часам. 55 уже билетов раскупили. Сейчас, причем, работают очень хорошо ролики, видеоролики в рекламе, да, по интернету, именно на 100 рублей, да, приглашение. Баннеры также работают, да. То есть люди, я смотрю, новички заходят, да, пускай банально, зашел 100 рублей, активированный человек, уже присутствовав, если узнает, да, что у нас это все в прямом эфире будет присутствовать на эфире, то он уже поймет о наших, как говорится, намерениях и желании дать людям возможность зарабатывать у нас. Далее, помимо праздничного бонуса, повторюсь, да, еще раз, значит, у нас будет розыгрыш лотерейки, которая у нас организовывается в чате. Ну, конечно же, хотелось бы, да, чтобы эта лотерейка уже была новой, не та, которая сейчас. А та, которая сейчас собирается, мы бы уже там, ну, в ближайшие дни, хотя бы завтра разыграли, а то и сегодня. Почему? Потому что, ну, это будет больше участников на старте площадки, все просто, да. Потому что каждый покупает, каждый победитель получает и призы, покупает билет сюда на старт. Ну, а также у нас намечено на 7 апреля. Мы будем надеяться, что желающих к 7 апреля поднарастет. Да? На 7 апреля старт площадки «Все вместе». И помимо этого, естественно, можете смело говорить, что, ну, всего скорее, по-другому сейчас я не успеваю. Среди присутствующих на нашем праздничном эфире, конечно, будут лично призы от меня. Среди присутствующих, кто будет в эфире, мы разыграем какие-нибудь, ну, по всей видимости, не какие-нибудь, а это будут призы на старт площадки «Все вместе» за 700 рублей. Может быть, другие будут призы, еще не решил. Но во время эфира обязательно решу. Поэтому активно приглашаем, активно пишем. Времени уже нету, думать, тем более уже некогда. Верить в рассуждение, что будет, не будет работать, это вообще неправильное рассуждение. Еще раз, да, кто меня не знает, кто меня не слышал до этого, я добиваюсь всегда своей цели. И все, кто со мной давно работает, об этом знают. Бьем в одну точку и ее достигаем. Поэтому включаемся в процесс. По факту новостей. По факту новостей, планов, я думаю, понятно всем. Есть ли какие-то вопросики? У меня вот есть вопрос. Вижу, Виктор присутствует у нас. Вот очень хотелось бы, чтобы все-таки команда, да, тоже присутствовала ваша. Тем более, когда на начальной стадии это идет. Там у них свои созвоны, заняты они. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте всем. Вот у нас сейчас был созвон командный с Ольгой. Ну, там разговоры не для общих. Сейчас вот надо как-то отдельно, я могу вам там голосовым сказать.
Ну, хорошо. В целом, если нет вопросов, на сегодня все, потому что, ну, мы-то уже больше часа на эфире, да? Берите, как говорится, запись этого созвона, раздавайте партнерам. Те, кто захочет заработать, реально заработать, он здесь разберется, поймет и зайдет. А в остальном, те, кто любит терять деньги, они пойдут другим путем. На сегодня все. Много работы, много подготовки. Я на связи. Всем крепкого здоровья, хорошего вечера и мирного неба над головой. Всем до новых встреч. Пока-пока.